Исполнение поручений президента России об организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов потребует аудита школьных пищеблоков и столовых. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поручил провести его в образовательных учреждениях муниципалитета в самые короткие сроки. Управление образования уже подготовило обновленное типовое меню. Оно предусматривает улучшение качества и увеличение ассортимента предлагаемых блюд.